Здесь? Да. И здесь тоже кто-то есть. Только в настоящем Silent Hill была кошка. А вот теперь я не уверен, друзья. О боже, кто там? Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, это рубрика Old School. И это пятая часть моего прохождения по игре Silent Hill. Ну что же, продолжим? Ну что же, значит, время отправиться в часовню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не та кнопка. Эта кнопка отключает фонарь и пугает меня очень сильно. Нельзя мне на нее нажимать. Ну что же, часовня, часовня, часовня. Так, я правильно иду? Дверь времени. Дверь времени — это часовня. Что же это может быть еще? Здесь, кстати, у нас еще где-то один карлик должен быть. И, честно, я хочу от него избавиться. Вот он. Отлично. Давай. Ну что же, вот, вот она, дверь времени. Я думаю, сейчас она будет открыта. Да, она открыта. О боже, куда мы зашли? Ох, друзья, вот это начало серии. Включились сирены. Вы слышите, да? Что это? Здесь какие-то бутылки лежат. И здесь написано «Не подходить, держаться подальше». И мы поднимаемся наверх. И, видимо, мы сейчас появимся в альтернативном Silent Hill. Да, мы прошли через часовню и вышли наверх. И теперь у нас перед нами... Да, дамы и господа? Where am I? Где я? Have I been here before? I don't remember this being here before. Итак, мы действительно оказались в альтернативном Silent Hill. И, честно сказать, мне было страшно и в обычной школе. Но то, что теперь происходит, от этого мне страшнее в два раза. Ох, да, да, дамы и господа, это действительно, действительно очень страшно. Так, ну что же, куда мы отправимся? Да, нам нужно, видимо, идти опять вперед. Здесь у нас закрыто. Очень сильно надеюсь, что... Кто нас встретит? Безусловно, нас встречают... Карлики. Уйди, уйди отсюда. Да что же это такое-то, а? Уйди, уйди, уйди. Срочно нужно отбегать. Давай, 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 давай. Подходи. Есть. Есть. Задавить первого. С двумя очень тяжело, у него прицел сбивается. Так, мы этого убили, и мы очень сильно повреждены. Нас очень сильно ранили. У нас красный статус, и я выбираю использовать аптечку. Так, теперь мы полностью здоровы. Ну что же, вот так вот встретил и приветил нас альтернативный Silent Hill. Альтернативная школа. И здесь, скорее всего, будут открыты те места, которые были закрыты в обычной школе. Что это? Боже мой, какие-то... Это резиновый мячик, взять его, да. Да, мы возьмем резиновый мячик. Ох-хо-хо. Действительно пугают эти моменты.
Я пойду посмотрю, есть ли здесь приемная. Нет. Вы видите, ее уже здесь нет. И, как вы уже заметили, здесь очень много альтернативных вещей, чего нет в обычном Silent Hill. Здесь все полы, а некоторые стены даже. Это огромные решетки. Решетки, и все ржавое. Ржавое и в крови. Да, это альтернативный Silent Hill именно вот этой такой первой, вот этой версии, как бы сказать. Да, мы сейчас смогли попасть в спортзал, который не могли попасть раньше. И я думаю, теперь каждая комната нас будет встречать новыми чудесностями. Новыми-новыми чудесностями. Возможно, даже эти духи, которых мы убили в той части, ну, то есть в нормальном Silent Hill, в нормальной школе Silent Hill. Что это? Какие-то карты, какие-то стулья. Возможно, они были и здесь. Они бы оказались и здесь, если бы мы их там не убили. Это карточка с картинкой ключа. Взять ее. По столу рассыпаны карты. Так, ну что же. Да, по столу рассыпаны карты. Отправляемся дальше. Отойди, отойди от меня. Боже мой, да что же это такое-то? Их здесь трое. Да почему ты стреляешь в дальнего? Почему ты так со мной поступаешь, Гарри? Опять он стреляет в дальнего. Меня сейчас убьют. А я вообще не понимаю, что мне тут делать. Здесь кроме троих этих никого нету. Чем я вообще их взялся убивать? Не надо этого делать было. Так. О, здесь забаррикадирована дверь. И лестница нам недоступна. Мне кажется, что... Да, нам нужно подлечиться. Нас столько ранили. Столько ранили. У нас красный статус. И... Да, отправляемся дальше. Опять здесь карлики. Опять они. Здесь закрыто. Вот это да. Вот это внезапно. Отойди. Отойди, отойди от меня. Только бы дверь была открыта. Фу. Дверь открыта. О боже, что это? Это дверь с двумя... Нас повредили. Нас очень сильно повредили. Придется использовать еще одну аптечку. У меня больше ни одной не осталось. Кроме зелий. Это дверь с двумя... Я не знаю, кто это. Какие-то трупы замученные. Что-то ужасное. Диван на цепях. И это называется медпункт. Да. Что это? Это часом не дверь? Если это и дверь, здесь нет ни замочной скважины, ни даже ручки. Она немного поддается при толчке, но открываться не желает. Что это? В центре двери есть узкая горизонтальная щель. Зачем она нужна? Кажется, я знаю, дорогие друзья. Сейчас мы откроем наш инвентарь и возьмем карточку с ключом и применим ее прямо сюда. Надеюсь, будет достаточно одной карточки. И да, действительно одной карточки достаточно. Где же мы находимся? Откроем карту. Я понятия не имею, где мы находимся. Мы прошли через приемную и вышли на эту сторону. Теперь нам доступен путь наверх. Я все-таки хочу заглянуть в туалеты. Что-то должно быть там. Если что, я просто убегу отсюда. Что здесь? Почему так долго? О боже мой. Так, здесь у нас туалеты, и они тоже сделаны
из решеток. Все закрыто. Ну, в общем, и ладно. Чего другого я и не ждал, и не хотел. Много крови и вообще всего. Здесь же никого не было, почему? Зашли в другой туалет. О, здесь патроны. Взяли. Взяли. И... патроны для дробовика. Ух ты. То есть нас ждет скоро дробовик, друзья. Это интересно. Так, посмотрим, где находимся. Еще раз. Там же никого не было. Почему? Я не понял. Вы видите, где мы сейчас? Мы на втором этаже. Мы зашли на первом, а вышли на втором. Это какое-то безумие. Безумие, скажете вы? Это Silent Hill, отвечу я вам. И за стенкой, за решеткой мы видим этих двоих ребят. Они не могут к нам пройти. Тем лучше для нас. Я отойду немножечко. Кто еще накинется на меня? Фу, ладно, хватит. Это какой-то кошмар. Мы проходим там, а выходим здесь. А как вернуться? Я думаю, почему такая долгая загрузка? Эта дверь как портал. Я не знаю. Ну попробуем еще раз выйти. Надеюсь, мы на первом этаже? Да, теперь мы на первом этаже. А если в этот туалет зайдем, неужто мы на третьем выйдем потом? Нет, здесь не было долгой загрузки. Вы видите, да, там дробовик. Там дробовик. Ну что же, туалеты. Открываем. Это ужасно. О боже. Что это? Какой кошмар. Я... аккуратно заберу дробовик, честно. Распятый труп, жуть какая. А что на стене написано? Леонард Райан. Чудовище рядом. Что это значит? Чудовище рядом, и что это должно означать? М-да. Кажется, действительно чудовище рядом. Откроем еще раз карту. Нам нужно бежать, видимо, наверх. Я зайду в этот класс. Если там будет кто-то, я, наверное, просто убегу и подберу, если тут что-то есть. Но здесь я ничего не вижу. Пройду в следующий. Здесь пусто, здесь никого нет. И... мы видим телефоны. Кажется, телефон сломан. Знаете, мне кажется, когда я буду выходить, он позвонит. Так было бы действительно даже... даже атмосфернее как-то, я бы сказал. Странно было бы, если бы он не зазвонил, когда я вышел. Ну что же. Давайте отправляться все выше и выше. А я говорил. Cheryl! Это был голос Шерил. Я нужен ей. Ну как мне ее найти? Шерил. Конечно, конечно, скорее всего, это была не Шерил, не Шерил, безусловно. Я вообще бы сказал, что все это... Есть, конечно, много, так сказать, мнений о том, что это за Silent Hill, почему, в общем, здесь люди оказываются. Много есть всего, но
Но, возможно, скорее всего, одна из версий это как ад для человека. То есть, что действительно может быть хуже или, я не знаю, ужасней, чем там потеря своей дочки. Я не пойду дальше, я пойду сразу наверх. И мне кажется... Да, это дверь. Теперь она совсем другая. Там инвалидные коляски. И я, в общем... Хотя, знаете что? Надо все-таки осмотреть. Надо все осмотреть, потому что, мне кажется... Хоть, конечно, я сейчас тут и встречу. Да. Так, мы нашли лечебную настойку. Ха! Кто там у нас? Неужто теперь они за другой стороной? А, вот они между этими находятся. А сможем ли мы пройти через классы? Видимо, да. Да что ж такое? Ты бросился на меня сразу. Ты мне шанса даже не дал. Вон сколько их здесь. Так, патроны. Патроны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Вот это да. Убежали. Пробежали, убежали. Здесь ничего нет, я выпью настойку. Я выпью настойку. Хорошо. Ого, мы слышим пианино. Будто кто-то играет на нем. Грубо. Грубо и еще патроны для дробовика. Так, и да, если мы сейчас выйдем, мы попадем как раз туда. Как раз вот, как вам сказать, в эту клетку. Я сейчас попробую. Да. Все, здесь. Здесь тоже они есть. Грязные тараканы. Да что ж такое-то, а? Все, наконец-то. Почему еще звенит? А, таракан не добит. Все. Так, да, нас опять ранили. Да, наше состояние ухудшается. Резиновый мячик, детский мячик светится в темноте. Интересно, посмотрим, сколько у нас патронов. 79, ну, достаточно. А сколько у нас дробовик с 6 патронами и 12 еще здесь. Ну что же, я думаю, скоро будет босс какой-то. Узнаем. Узнаем, что это за босс, так сказать. Да. Так. Ну что же. Так, я немножечко затушевался. Куда отправимся? Раздевалка у нас опять же есть. Здесь. Да. И здесь тоже кто-то есть. Только в настоящем Silent Hill была кошка. А вот теперь я не уверен, друзья. О боже, кто там? Тихо, тихо, не нервничаем. Внутри ничего нет. Внутри ничего не было и тогда, кроме... Ну, конечно, тогда выбежала кошка. О, боже мой, вашу мать! А, японцы. Как я вас люблю. Это ключ библиотечного фонда, взять его, да. Как я люблю вас, японцы. Как я вас люблю. Фух, так. Да, мы напряглись, потом расслабились, а потом коронный удар под дых. Это, конечно, что у нас? Да, это вываливающийся труп. Я хочу вернуться в класс музыки, посмотреть, что там.
Да, дверь уже закрыта, понятно. Еще, конечно, было бы интересно мне посмотреть первый этаж. То есть я оттуда убежал в панике, вообще в страхе просто, в жутком. Так, а как же нам пройти туда? Слушайте. Нам нужно, видимо, возвращаться. Возвращаться далеко, слушайте. Очень далеко. Конечно, интересно посмотреть все. Не хочется упускать что-то. Но здесь я вижу только карликов. Очень много карликов. Так, да господи, опять они на нас бросаются. Это какой-то ужас. Ой. И здесь тоже. Да, хватит, хватит. Прекратите. Карта, 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 куда мы идем? Да, мы идем, да, все правильно, мы идем. Бежать отсюда, убежать скорее. Скорее убежать. Фух. Фух. Так, ушли. Ушли от погони. Так, отправляемся дальше на склад. Какое наше состояние? Плачевное. Придется пить настойку. Ой-ё, у меня две настойки всего осталось. Вы хоть понимаете, что это значит? И значит, что я так долго не продержусь. Это значит, что я долго не продержусь. Так. Посмотрим на складе, что. Открыт ли он? Да, замок заклинило. Лаборатория. Замок заклинило. Еще раз карта. Да, ну все. Фонд библиотеки, мы идем. У нас оружия много. А вот аптечек у нас очень мало. Так, что же мы здесь видим? Вы слышите, да? Это стук. Блин, это все страшно. Боже мой, как это страшно. Фух. Блин, четвертый Silent Hill, наверное, не настолько страшно не был. Что это? Боже мой, это люди какие-то распятые, какие-то столы. Что, что за книга? Ничего нету? Эти стуки за стеной, это просто вообще финиш. Да. Куда мы дальше идем? Судя по карте, мы отправляемся в саму библиотеку. В общем-то, мы там и были уже. Да. Но тут шорохов хоть нету. Есть книга зато. Опять распятые. Очень много распятых. Опять патрон. Лучше бы аптечку, честно, дали. Мы взяли, конечно, только что еще одну. Я был этому доволен, если бы меня стуки не сбили с толку. Вот. Что за книга? Посмотрим. Услышав это, охотник взял лук и стрелу и сказал: «Я убью ящера». Но прежде чем вступить в бой с супостатом, он встал поодаль и закричал, дразня врага: «Мне не страшен старый ящер». И вот, услышав эти слова, ящер зашипел: «Я проглочу тебя одним махом», и ринулся на смелого охотника, широко разинув пасть. Этого-то и ждал охотник, спокойно натянув лук. Он выстрелил прямо в разверзнутую пасть страшилища, и стрела беспрепятственно, пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. И ужасный ящер пал на землю мертвым. И это из старой волшебной сказки. Помню, я ее читал, когда был маленьким. А вы понимаете, кстати, что это значит? Это нам сейчас рассказали, как убивать босса, который будет в конце школы. Именно так. Именно так. Это не может быть чем-то другим. Это именно то. Кстати говоря, как Мейсон уже сказал, он это уже слышал. Он это уже читал, так сказать. Опять я выключил фонарь. Это ошибка. Нельзя так делать. Так, у нас есть классы. Да, посмотрим, что за классы. Посмотрим, что в них. Я думаю, опять нам это отобьется звонкой монетой.
наше желание заглянуть туда, но мы это, в общем-то, и так не сможем. Так, куда ведет эта дверь? Просто всегда хочу знать, всегда хочу быть в курсе событий, куда мы движемся. В общем, я честно даже не знаю, как нам туда пройти, потому что... нет, я даже не знаю, слушайте. Вернуться в библиотеку? Зачем? А эта дверь открыта вообще? А, теперь открыта. То есть, когда я с другой стороны прошел, теперь она открыта. Понятно. А, может быть, как-то через библиотеку попасть в классы нам нужно? Может быть. Не уверен в этом. Здесь нет двери. Хотя, по идее, должны быть. Должны быть двери какие-то или что-то, в общем, наподобие них. Так, ну у нас всего лишь две настойки и одна большая аптечка. Я честно не знаю, хватит ли нам этого на босса. Потому что я чувствую, что будет он очень суров. Это будет, видимо, ящер как раз. Как раз таки это будет ящер. Так, ну что же, я хочу спуститься, видимо, вниз. Потому что... ну как еще? Я даже не знаю. Я спущусь вниз и посмотрю, что там... что там... что там нового, потому что я убежал оттуда действительно в панике. Сейчас я посмотрю, в каком я коридоре и стоит ли его зачищать. Это коридор с учительскими. В общем-то, мне кажется, его зачищать не стоит. Так, я что, весь низ осмотрел, пока носился там, как сумасшедший? Хм, может быть. Кто знает. Так, я прошел через классы, я смотрел туалеты. Я только не был в медпункте. В медпункте я как раз... стоп, нет, я... по-моему, не был, да, в медпункте. Так, сейчас. Ну да, вот туда я отправлюсь, наверное. Безусловно, если даже там и будет сохранение, то... то оно нам будет на руку. Потому что я давно не сохранялся. А тут у нас закрыто. О, как. О, как интересно. Придется идти через спортзал. Кстати... где здесь выход у нас? А, на улицу. Вот это выход во двор. А я попробую в другую дверь. Ага, тут открыто. Вот так вот. Вот так вот неожиданно, да? Но аптечка. Слушайте, аптечка. А, да. Аптечка, это отлично. Вот это вентилятор, да. Вот это жесть. Главный вентилятор. Если подойти слишком близко, может и затянуть. Ну что ж, я надеюсь, мы сейчас не поплатимся нашествием карликов за это. За эту аптечку и патроны. Так, здесь зачеркнуто, все закрыто. Перечеркано. Да, нам в спортзал нужно. Ага, проходим через спортзал. Здесь мы всех перебили. Это хорошо. Маленький какой-то спортзал, но в принципе это ж начальная школа. Что еще ждать? Начальная школа. Так. Да, вот там вот у нас медпункт есть, тут у нас классы, через которые мы уже пробежали. А, здесь придется все равно идти через классы. Никого тут нету. Здесь мы взяли карту. А, следующая это у нас с телефонами, конечно же, комната. Нет, это следующая с карликами. Да что ж такое-то, а? Просто напасть какая-то. Убежать скорее. Да, вот тут я пытался поубивать их, но потерял много здоровья.
Так, здесь заблокировано. Путь к лестнице заблокирован. Да, я отправлю сейчас в медпункт. Подождите-ка, что это? Закрыто. Это, то есть, еще и дверь. Как? Так, мы прошли. Отлично. Хороший знак. Так, что же изменилось в медпункте? Надеюсь, что ничего особенного. О! Слава. Слава, слава, слава моей. Моему желанию искать всякое. Потому что предметы тут раздваиваются, видимо, в каждом Silent Hill. Ну что же, сохранимся. Альтернативный медпункт. И теперь... Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, я закончу пятую часть моего прохождения. Мы уже прошли достаточно. Впереди нас ждет далекая какая-то страшная схватка с монстром, как мы уже догадались. Надеюсь, что мы с ним справимся, конечно, я в этом уверен. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.